Древние и холодные стены Лабиринтиана снова приветствуют меня. Черная лошадь, которую я нашел совершенно случайно, привязалась ко мне, стала моим верным попутчиком. Дорогого мне стоило добраться сюда, и времени, и сил. Скоримские горы не так просты, какими кажутся. Но я смог. Я добрался сюда. Это место опасно и таит в себе множество тайн. Куда же на этот раз? Какой страшной тайне приведет меня Лабиринтиан? Скоро узнаю. Сава Саррен? Призрак? Смотрите, мы наконец-то дошли. Не будем терять времени. Мы точно уверены, что это хорошая мысль. Мы вернемся в коллегию раньше, чем нас хватится. Вот что для тебя главное, любимчик Архивана. Не забудь, затеяло все Атва. Давайте просто войдем и посмотрим, что там. Сава Саррен, ты привел сюда экспедицию. Но что вы там нашли? Десяток трупов. Не здешняя ли это охрана? Не могу поверить, что мы это делаем. Представь себе их рожи, когда мы вернемся. Ты так говоришь, как будто уверен, что мы найдем тут что-то полезное. Ну, зная местную историю, скорее всего, тут еще осталось немало силы. Зачарованное оружие. Старинные книги, секреты самого Шалидора. Кто знает, что мы найдем? А что если... Что если все это до сих пор кто-то охраняет? Против шестерых магов из коллегии? Думаю, мы отлично справимся. Значит, вас было шестеро. Что же вы здесь нашли? Бог мой! Умри! Слабая охрана. А это я прошел только первую дверь. Что за сила заставила встать кости дракона? Стоять, веки. Нам нужно возвращаться.
Нельзя оставлять Гердуина. Мы еле ушли живыми. Ты хочешь опять туда? Что это за штука? Слишком поздно. Скорее всего, он уже мертв. Вас осталось пятеро. Что мы наделали? Назад дороги нет. Значит, пойдем вперед. Еще не все потеряно. Савас прав. Мы пройдем. Только нужно быть настороже. Лишь пятеро. Пламя. Школа разрушения. Иварин Музбен. Сифни Баскет. Хватит материться. Мана почти на исходе. Что за сила здесь обитает? Вот это да. Что же ты тут забыл, колдун-новичок? Здешние твари тебе не по зубам. Ты не отвечаешь. Я что? Должен говорить на вашем несуразном языке. Если ты хочешь, чтобы я ответил, говори. Кто там прячется? Ничтожество. Ты вернулся, Арен, мой старый друг. Я не Арен. Но и я смогу положить конец. Вы слабы. Собираешься ли ты закончить то, что не смог раньше?
обходной путь. Да, я закончу дела Архимага. Вот только что... Он не закончил. Еще одно поражение и... Отвратительные пожиратели плоти. Ты не Арен. Он послал тебя вместо себя. Арен мертв. Вот черт! Проклятая дымка! Это ведь ее слуги, без сомнения. Тебя, что твоя собственная сила тебя погубит, что все это лишь для того, чтобы я стал сильнее. Вот черт. Да, про то, что моя сила меня погубит, я знаю. Но не тебе меня судить, демон. Еще минутку, пожалуйста. Пошли. Нельзя останавливаться. Нам нужно двигаться. Меркур. Что-то ударило на лица. Погибло, и ничего. Это безумие. Зачем мы сюда пошли? Вас осталось лишь четверо. Зачем вы ее убедили? Возможно, тогда бы она выжила. Душегуб. Призрачный меч. Я читал про них. Ужасное оружие. Помолился он на Катошу. Пойдем. Прими свою смерть. Что за хрень? Бой идет где-то внизу. С кем дерутся драугры? Ух ты,
не вовремя. Хорошо, что вы глупые. Тролли. Отвратительные создания добрались даже до глубин. Побыстрее с этим покончить. Черт. Я сбил настройки всех камней. Недурно. Прикрыться Тронахом как щитом. Очень недурно. А вы богато жили. Или богато умерли. Опять этот демон мешает мне. Мне нужен посох. Шлем огнестойкости. Меч сжигания. Я почти не умею пользоваться оружием. Вон оно как. Ну давайте попробуем. С вами, вашим же оружием. Ара! Да, я думаю, и воином я был бы тоже неплохим. Но мое призвание — магия. Боишься меня, ничтожество? Согласны? Я с вами. Согласны. Держимся все вместе. Вас осталось трое. Мне жаль. Очень жаль. Что тут произошло?
Не может быть! Вы заточили Лича! Разорви печать! Единственный шанс его уничтожить — разорвать печать и уничтожить физическую оболочку. Если же нет филактерии, он умрет. Окей. Я встречал уже такие маски. Это подарки верховным жрецам культа дракона. Маркей, один из них. Но теперь у меня также есть посох Магнуса, что поглощает вражескую магию. Надеюсь, я справился, так как этого хотел Архимаг. Вот что за история тебя объединяла с Лабиринтианом. Вы были молоды и неопытны, и не имели достаточной силы. Но вы сделали все, что могли. Нельзя вас винить в этом. Ты не опасен? Тебе все-таки удалось выжить. Анкана был прав. Тебя стоит опасаться. Боюсь, мне придется забрать у тебя этот посох. Нет. Анкана хочет на его спрятать. Ах, да. И еще он хочет твоей смерти. Ничего личного. Да мне насрать, чего он хочет. Ничего личного, парень. Боюсь, что ты ошибаешься. Еще один эльф забрел в старые развалины и был убит и ограблен. Не талмарский гонец, а простой странник. О нет, коллегия, что же случилось? Неужели они не справились? Не сдержали слова?
ничтожество. Тебе удалось выжить. Значит, он у тебя. Будем надеяться, что псиджики не ошибаются, и в нем действительно сокрыта большая мощь. Надеюсь. Где Мирабелла? Она погибла. Нет. Когда стало ясно, что нам придется отступить, она осталась, чтобы прикрыть отходящих. Почему ты не спас ее, старик? Пойдем. Я пойду за тобой. Я буду очень удивлен, если хоть кто-то из нас выживет. Говорят, посох способен рассеять любую магию. Ты что-нибудь слышишь? С кем вы боретесь? Анкана. Воздействуй посохом на... Я это уже делал. Я знал, что у тебя все получится. Надо успокоить Ока. Я знал, что у тебя все получится. Я знал, что у тебя все получится. И что теперь? Я не знаю. Анкан исчез. Но то, что он сделал с Оком, не прекратилось. Понятия не имею, что нам делать. Псиджик. Мы знали, что ты победишь. Твоя победа подтверждает, что мы в тебе не ошиблись. Тебе удалось доказать, что ты сможешь руководить коллегией в Винтерхолде. Откуда ты знал, что я смогу победить Анкану? Нам ведомо многое из того, что скрыто от тебя. Мы верили, что ты добьешься успеха. И что нам теперь делать? Око становится нестабильным. Его нельзя тут оставлять, иначе оно может уничтожить коллегию и весь мир. Его нужно спрятать. Действия Анкана доказывают, что мир еще не готов к такой вещи. Мы будем охранять его. Пока что. Вы сохранили свою коллегию и сможете жить как прежде. Спасибо тебе, Архимаг. Архимаг?
Пси-джики. Вот это да. Ура! Коллегия вновь в безопасности. Я знал, что ты справишься. Осмелюсь сказать, что пси-джики правы. По-моему, нет более достойной кандидатуры на должность архимага. Вот теперь это твое. И покой архимага тоже. Я в любой момент готов помочь тебе советом, если потребуется. Ладно. И это все? Вот так и закончится моя история. Или это начало чего-то нового? Что ж, вот так и заканчивается история коллегии магов Винтерхолда. По-моему, это было интересное прохождение, к тому же в этом прохождении было намного больше ролеплея, чем в предыдущем. Я старался как-то по чуть-чуть отыгрывать роль сначала более-менее неопытного в первой серии, во второй уже это был такой матерый каджит, который прошел по путям Даэдра. Вот, который уже повидал мир, который уже много чего попробовал. И вот, собственно, вот так оно и заканчивается. Теперь он стал архимагом. Как вы поняли, то есть я отыгрывал мага в полной мере. Я изучил и школы разрушений, и восстановления, которыми я почти не пользовался, потому что был в тяжелой броне все прохождение. Но, тем не менее, и колдовство, и изменения. Это было круто, мне даже понравилось играть за мага, несмотря на то, что я преимущественно играю за воина в тяжелой броне, который использует по оружию в каждой руке, или в легкой броне, ну там уже по ситуации, у которого все решается с одного удара. Но тем не менее, поиграть за мага было весело, тем более поотыгрывать роль каджита. Вот такая вот история. Оставляйте, пожалуйста, свои мнения, комментарии, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, буду очень рад и подписке, и тому, что вы напишете. Мне всегда интересно читать ваше мнение. И пишите, что вы хотите следующее. Это касается не только Скайрима. Если у вас есть, конечно, какие-то идеи, то и по Скайриму оставляйте. Но, тем не менее, и дальнейших прохождений. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем пока и до новых видео.